Хотя при этом, куда он шел, я сегодня покажу, как можно сделать нажатие, чтобы было всем видно. Ну, точнее. Так. Не туда. Значит, что вам нужно? Вы сейчас все поймете быстренько. Повторяйте все, как я. Если вы хотите такое нажатие. Сейчас вы все быстренько поймете. Нажать вот такой кругляшочек. Нажимаем номер сборки. Все, мы уже стали разработчиками. Заходим в пункт разработчик. Для разработчиков. Теперь. Такая есть функция. Сейчас быстренько ее найдем. Показать нажатие. Смотрите, вот такой у нас кругляшок палец. Это я шевелю пальцем. Видите, такой кругляшочек. Теперь все видно, что я делаю. Вот. Видите, вот такой кругляшочек. Вот такой вот кружочек можно сделать как угодно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Кузаншу. Всем пока-пока. Мурмяу.